Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 14 мая, и слава Богу, что по великой Его милости Он дал нам возможность дожить до этого времени и часа. Это говорит о том, что у Бога есть план для наших жизней, и исполним этот план или не исполним, зависит только лишь от нас. Господь заключил с нами завет, и будучи Богом верным, Он придерживается всех постановлений, своих обещаний, того, что Он говорил. И Он дал нам все необходимое для жизни, для благочестия. Нам надо быть только послушными Ему и Его Слову. Всем нам хорошо известно местописание. Это 1 Царств, 15 глава, 22 стих. «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овна». Мы с вами часто цитируем в наших общинах это местописание. Оно известно. Однако человеку свойственно быть непослушными. И через Писание мы видим, что всегда все проблемы у Божьего народа были как раз именно из-за непослушания. И непослушание бывает двух видов. Бывает открытый бунт перед Богом, но бывает частичное выполнение предписаний и повелений Божьих. Как это было во времена Саула и Самуила. Эта история нам с вами хорошо знакома. Если мы вспомним эту историю, то мы видим, что у Саула царство было отобрано как раз потому, что он выполнил постановление Божие, но так как он это видел, выполнил частично. Вы хорошо помните, я думаю, эту историю о том, как он истребил народ, о котором ему сказал Господь, но оставил царя Агага и оставил волов и овец. Я хочу сказать, друзья, что проблемы, которые были у Саула, они не изменились и в наше время. Сегодня люди, приходя к Богу, они слушают Бога, они делают какие-то вещи, но зачастую они делают все так, как они видят. Делают все на своих условиях или исполняют все частично. И мы видим, что последствиями того, что сделал Саул в той истории, о которой мы сегодня с вами говорим, последствиями была встреча с Самуилом, который имел с ним очень серьезный разговор и который сказал в 1 Царств, 15 главе, 23 стихе следующее. «Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Друзья, очень строго, очень серьезные слова. И мы знаем, что впоследствии царство от Саула было отобрано. Вы знаете, в этой истории интересно также то, что Саул, когда имел диалог с Самуилом, свое непослушание он прикрывал ореолом духовности. Нам это знакомо с вами, не правда ли? Саул говорил, что «я оставил лучшее из овец и волов для того, чтобы принести жертву Господу». И зачастую люди в наше время также прикрываются этим вопросом. Это неправильно, друзья, потому что если мы посмотрим на жизнь Саула, то мы увидим, в его жизни сразу что-то очень круто не изменилось. Он продолжал царствовать, но его царство, царствование, оно шло не вверх, а вниз. И конец его мы с вами знаем. Я хочу сказать, друзья, прочитать слова вам из послания Филиппийцам. Это 2 глава, с 5 по 12 стих. Слова апостола Павла, который говорит к нам с вами. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе,
Ибо он, будучи образом Божиим, не почел хищением быть равными Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став человеком, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». «Дабы пред именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподней, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И наше послушание Богу не может быть частичным. Ведь наши чувствования, как написано, они должны быть такими же, они должны быть Христовыми. Наше послушание Богу в наше время, в наших жизнях, оно выражается в послушании нашим наставникам. Ведь если мы вспомним историю Саула и Самуила, не ангел явился Саулу, а пришел Самуил и сказал: «Господь дал тебе такие-то, такие-то повеления». В наше время Бог говорит через служителей, Бог говорит через пастырей в наши сердца. И отображение нашего послушания Богу есть наше послушание нашим духовным наставникам. Друзья, и сегодня я хочу молиться с вами в этом ключе, чтобы Бог дал нам по своей великой милости быть послушными Его детьми, чтобы наше послушание было полное, чтобы мы не оставляли частей для себя, но, смирившись, сказали: «Да, Господь, мы принимаем Твои условия, потому что мы знаем, что Твои условия нам во благо, потому что Ты есть любящий Отец». Давайте мы помолимся, друзья. Отец наш Небесный, Тебе воздаю славу, Тебе воздаю величие, Тебе поклоняюсь, мой Бог и Царь. И я благодарю Тебя, Господь Иешуа, за то, что Ты был послушный Отцу до конца. Ты смирил Себя до смерти, Господь, смерти крестной. И мы, святые, мы можем идти по Твоему пути, потому что Ты показал нам пример послушания, пример смирения. Отец, я прошу Тебя во имя Иешуа Мессии, чтобы в наши сердца приходило это глубокое понимание послушания, чтобы в наших сердцах не было места сомнения в Слов Божьих, чтобы мы не ставили Его слова под сомнение, но всецело, Боже, всецело отдавались Тебе, смотря на Тебя, взирая на Тебя, слушаясь Тебя. Господь, помоги нам быть послушным нашим пастырям, служителям, Господь, ибо в этом есть послушание Тебе. Помоги нам слушать друг друга и принимать друг друга, как и Ты принимаешь нас, Господь. И да прославится имя Твое, Господь. Мы желаем этого. Мы славим Тебя и величаем. Бешем Иешуа Машехейну. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царствие, и сила, и слава во веки. Аминь.